Так, уважаемые друзья, мы продолжаем играть в покер. Шестой сезон. Пятый по счету, по-моему. Я уже забыл. Так, а сейчас, секундочку. Нет, все нормально, продолжаем. Да, сегодня пятая. Пятая часть, пятая. Я иногда сбиваюсь. Просто я должен всегда проверять, мало чего, если вдруг нечаянно там ляпнул. И получилось так, что записалось таким образом. Что пропустил одну часть, а я всегда делаю все подряд, так что надо постраховаться. Если не получается на стрит, нужно рассчитывать только на пару. Если у тебя двойка и пятерка есть, если вот здесь вот так, то получается, у тебя стрит будет. Да ну вас. Ушел. Семь и туз. Десять, дама. Одна пара уже есть. Сбросил. Тоже сбросил. Мы играем вдвоем. Хорошо. Семь. Две пары. Окей. А у меня больше нечего ставить так вот здесь. Семь минут. Дама. Он выиграл. Я выпал. Ну вот и все. Я выпал. Эх, не повезло так, не повезло. 2000 поставил. О, у меня чемоданчик выпал. И что же мне на этот раз выпал? Чип, 25 000. Мне деньги дали! Мне деньги дали! Мне деньги дали! Деньги, 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 или подарок! Деньги, деньги, деньги! Или подарок! Не, по поводу одежды. Одежды, 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 одежды. Так, секунду. Одежда, одежда, одежда. Так, стоять. А, вот. Не, это шляпа, мне костюм. Так. Револьвер, это понятно.
сколько? 143 тысячи, да, стоит. Где-то там есть там где-то подешевле. Это по 1000, это стандартный сеттер. Те, которые уже имеются. Пока что не можем, пока ничего не можем, да, пока не можем. Пока мы не можем. Да, кстати, сейф тоже иногда выпадают такие шансы на выигрыш по поводу денежки. Да. Но это очень редко. Там больше всего, потому что там одежда выпадает и какие-то предметы, такие аксессуары, больше всего, чем на денежки. На деньги очень редко выпадает. Так что я пока что себе купить не могу пока. Пока я не заработаю хотя бы там 150 тысяч или 200 тысяч. Вот тогда будет надо 200 тысяч, тогда я смогу. На это я такой уже после стрима, то есть после прохождения только я смогу уже иметь. Но... Да, потому что это просто за кадром просто такое уже не, я не смогу, потому что я же буду всегда проигрывать. Если просто заходить там ежедневно, там тогда да, можно там быстро набрать. Даже не играть, в смысле. Тогда можно таким образом все поменять свою внешность. А, то есть, ну, а только одежду я хочу просто поменять на новое. А так я, как и со прошлого, то есть со первого сезона считается, как типа был новичком, и таким образом уже изменился. Наряжение можно менять только... только тогда... выиграл, да? Но я еще проиграл. Вот видите, стандартная одежда. Конечно, это не обязательно, но это доказывает тому, что ты новичок. Здесь также и покрасить можно цвет одежды, да. Там, то есть, не покрасить нельзя. Вначале, да, можно покрасить цвет. А вот все остальное уже покупаешь, уже все. Такое вначале, тогда перед создаванием персонажа только можно. Слишком долго думаешь. Уважаемые, давайте быстрее. Вы слишком долго думаете. Да уж. Два. Два, три, четыре. Пара четверок. Одна пара четверок. Но... Не повезло. Вэш Холмс. Три бойца. И одна пара. Ага. И
тебя пистолет вот такой, то, что он там ушел, я тоже хочу такое. Да уж. Да, мои четыре, да. А, мой ход. Семь, валет, король. Мы в игре тоже можем общаться. У меня дама. Идет как типа король, дама, валет. Если попадется десятка. Девяткой. А, у меня пара королей выходит. Вот. Я выиграл всего лишь 550 баксов. Ха-ха, че так мало? А-а-а. Она поняла, что у меня пара, наверное. Или просто подумал, что у нее не попалось то, что я хотела. Походу, да. Только из-за этого. Четыре и валет. Два, семь, шесть. Ой-ой-ой. Одна пара шестерок. Двести пятьдесят там. Сейчас согласились. Один сбросил. Ого, повышаешь? Точно? Ладно. Мы втроем играем. Ха-ха-ха. Туз. Твой ход, давай. Четыре валет, пять и семь. У кого-то пара. Пять и шесть. У него старшая карта. Блин. О, я подаю. Воды. Десять и дома, да? Один игрок присоединился. Играем. Пока так. 5, 7, 9. Одна пара девяток. Прям все, что ли? Твою мать, а у меня такие суммы денег-то нету.
18. Дама к 10. Пар королей. 8-10. 8. Пара. Я выпал, скорее всего. Я выпал. Всем пока.